Героический прадедушка Благовещенский Николай Вениаминович родился в 1898 году в Брянской области. Был участником гражданской войны, воевал в Чапаевской дивизии. Занимался разведкой. Перед началом войны с 1938 года проживал с семьей и работал в Лапландском заповеднике, откуда и был призван на фронт. Службу проходил в действующей армии, принимал участие в обороне Советского Заполярья по взятии Кенигсберга. Имел ранения, был награжден орденами Красного Знамени, медалью за взятие Кенигсберга, орденом Великой Отечественной войны второй степени, другими наградами. После войны в 1945 году в звании старшего лейтенанта проживал и работал в городе Апатиты. А с 1946 года директором лесхоза в поселке Зашеек. Скончался 16 мая 1952 года. Спасибо тебе за мирное небо и победу!